Привет, стримаши. Сейчас я объясню, в чем идея стримов, которые у меня запускаются. Они, в общем-то, уже в полноценном виде идут. Иногда я что-то тестирую. И здесь просто суть в том, что здесь нет ведущего. Ну, как бы по телеку вечно какие-то ведущие сидят, кто-то там им что-то пишет, люди спорят. А зачем это все? Это такой вот торрент, стрим, где фактически даже нету и модераторов. То есть можете писать, говорить, что хотите, но это все-таки трансляция на YouTube, тут есть принципы сообщества, их можно посмотреть внизу. Поэтому YouTube. Удалит, если правила нарушать. То есть придется мне просто не потому, что мне охота что-то будет удалять, но придется. А то канал как бы мой удалят. А так, по сути, что попало, можно говорить. Спорить с кем угодно. Но суть в том, что здесь нет ведущего. Обычно же как кто-то сидит, что-то рассказывает, и примерно такая же схема, как на телевидении получается. Там сидит, что-то человек говорит, ты себе говоришь, а тут, ну, заходи, говори в рамках там приличий, более-менее законов. Все, я даже спорить не буду, потому что на это время надо тратить. В основном мне неохота спорить, лень. И между собой, пускай вот разные люди заходят и разговаривают. Два вида бывает трансляции. Если картинка такая, то это захвачена прямая трансляция через сторонний кодировщик. Более такая расширенная трансляция. Здесь, чтобы в прямой эфир попасть, надо мне захватывать отдельно чаты. Автоматически они не захватываются, если трансляция просто идет из Hangouts непосредственно, то видно просто картинки людей, там либо фотки, либо видео их. И можно заходить, если есть ящик Hangouts, то можно заходить, ссылки смотреть надо в описании вот здесь внизу. Чат, например, и если трансляция из Hangouts, то он каждый раз с трансляции генерируется новая ссылка, потому что чат ограничен встреча 8 часами. По этой ссылке можно заходить. И сразу попадаешь в прямой эфир. Либо Discord, который всегда работает, но его надо отдельно захватывать, например, чтобы прямой эфир вывести. Там мой канал есть, можно свои каналы создавать, если мой не нравится. Как бы мне все равно, хотите делайте свои каналы, хотите тут сидите. Но если на моем сидите, опять же, я просто не буду разговаривать, если мне что-то не нравится. То есть я не обязан общаться с тем, кто мне не нравится, поэтому не буду общаться. Вообще и спорить тоже не буду, поэтому как бы ругаться не получится со мной. Если кому охота поругаться. Просто нету времени на это. Как бы поругался бы с утра до ночи, но есть что поделать. Хотя бы вот совершенствовать технические стороны. Так, ну то есть два вида трансляций. Можно так делать. Конечно, лучше через захват
более расширенные, прикольные вещи можно делать. Что еще? В Дискорде можно без конца сидеть и без встреч там все подряд обсуждать. Я слушаю, народ там сидит на других каналах, что-то спорят друг с другом. Мне опять же, сколько времени нет сидеть, спорить, кого-то побеждать. Какая разница, победил ты кого-то, нет. Это какое-то развлечение уже по мне это несерьезно. Но людям нравится, кто там кого больше поговорил, кто умней. Какое-то говно вообще. То есть я буду лучше технической такой стороной заниматься. Все это настраивать. Ну, сидите, сритесь там в своих чатах. Вот такой вид, короче, торрент. Торрент, крипт, торрент, стримы. Вот и вся суть. Так. Ну, на этом все. Пока. Заходите. Сами организовывайте. Если интересно, конечно, я пообсуждаю, там, может, и поспорю. Но только если интересно. Пока, стримаши. Ну, естественно, у вас должен быть Discord, там регистрация, ящик Google. Все, вроде больше ничего. Пока.